Всем привет, это диджейня на телеканале N1, и сегодня в нашем городе у нас в гостях Олег Сухов, город Москва, Garage Sound System. Привет, Олег. Привет. Ну расскажи, как ты добрался, как тебя встретили? Я летел через Сургут. Это связано с тем, что летом добираться до вас не так дешево. И, ну, это был отличный трип, потому что в Сургуте много друзей, они прекрасно вообще принимают всегда. Довезли меня в лучшем виде, мы весело пообщались, я рад опять здесь быть. Отлично. Насколько я знаю, ты уже не первый раз в городе Нижневартовске. Расскажи, когда, в каком году ты приехал впервые сюда? Сложно будет точно вспомнить, но это, наверное, конец 90-х, может быть, самое начало нулевых. Это был совсем другой город, совсем другие люди. Тем не менее, мы играли здесь на тот момент достаточно прогрессивную хаос-музыку. В принципе, все неплохо складывалось. Мне кажется, нас нормально принимали и тогда. Надеюсь, ничего не изменилось за эти 15 лет. Окей, отлично. Расскажи, пожалуйста, вкратце, на какую вечеринку, куда ты именно приехал? Ну, сегодня будет ивент в баре с замечательным названием «Хулиганы зеленых улиц». Когда я опубликовал это в Инстаграме, сразу посыпались комментарии, что просто какое-то бомбическое название, непонятно, что это означает, но это очень завлекательно. И кое-кто из недалеких каких-то там регионов даже изъявил желание приехать, посмотреть на это все. Я думаю, что это будет вечеринка, куда придут все свои, в принципе, название такое. И это действительно подтверждается тем, что я видел здесь, не знаю, там полтора года назад, когда был на первом ивенте с этим названием. Надеюсь, что будет так же ярко, так же зажигательно и так же тепло. Я так понимаю, у тебя уже, наверное, здесь появились друзья в нашем городе? Ну, я не хочу никого обидеть, но, по всей видимости, все, кто приходит на вот эти ивенты, ну, это, не знаю, несколько десятков человек. Ты их всех знаешь, так или иначе. Может быть, ты не сразу вспомнишь, как зовут эту девушку или того парня, но, тем не менее, они как-то все проскакивают в твоей ленте, в Фейсбуке, иногда пишут тебе что-то. Ну, в общем, я их всех люблю, обнимаю, надеюсь всех сегодня увидеть. Такой вопрос касательно твоей жизни, твоей не работы, а деятельности диджея. Как ты к ней пришел? Как ты стал диджеем? Как ты связал себя с музыкой вообще в жизни? Ну, когда я работал на радио, и сейчас продолжаю, я не знаю, это были сотни и сотни интервью с людьми, которые занимаются этой профессией. И, наверное, 95% диск-жокеев отвечали очень просто, что это было увлечение музыкой, вот такое коллекционирование, собирательство, скажем так, да. И потом просто появилось желание и возможность поделиться этим материалом и как-то вовлечь в свой музыкальный вкус и еще какую-то аудиторию. Собственно, вот так приходит в эту профессию, и я думаю, что это весьма органичный такой ход. Ну, это самое простое объяснение, но на самом деле это просто вложение в ту ситуацию, которую я рассказал. Окей, расскажи про Garage Sound System. Как ты себя с ним связал? Ну, это изначально проект, который придумал я и люди, которые окружали меня в тот момент. В общем-то, нужно было сделать какую-то креативную надстройку над тем, что мы делали для очень большой сетевой радиостанции с очень неформальной музыкой по отношению к тому, что играло в обычном дневном плейлисте на этой станции. Мы подумали, что «Гараж» — это хорошее название, потому что так или иначе очень много компаний, продуктами которых мы сейчас пользуемся, появились вот в таких вот неформальных местах, ну типа в папином гараже, и потом из этого что-то выросло. Мы подумали, что это будет ассоциироваться с таким андеграундом, во-первых, но, во-вторых, мы понимали, что один из клубов, в которых зарождалась эта культура, назывался Paradise Garage, и тут еще была какая-то ассоциация, которую нам все напоминали, ну, конечно, она тоже существовала. В общем, так это было задумано, и потом вот из этого радиошоу выросли какие-то еще параллельные вещи, там какие-то ивенты, рекорд-компания, те компании, которыми мы сейчас занимаемся, которые занимаются управлением авторскими правами и публичным исполнением, и дистрибуцией, и так далее, и так далее. Но все равно фундамент всех этих проектов — это любовь к той музыке, которую мы представляем.
о музыке. Какую музыку ты больше всего предпочитаешь играть и слушать? Ну, это два разных вопроса. Играть или слушать? Вот какую музыку ты предпочитаешь больше всего? Ну, я очень много слушаю электроники, да. Вот электронные музыки очень разные. Начиная от какого-то там чиллаута и заканчивая танцевальной музыкой, тем стафом, который мы используем на вечеринках. Ну, это связано, конечно, с профессией. Ты все равно как-то должен пополнять свою селекцию, все равно должен вникать в какие-то новые там формы. Тренды. Я не могу сказать, что я слушаю только электронику. Это очень много джаза. Очень люблю какие-то open-air фестивали, на которых представлена совершенно другая музыка. Может быть, я не так хорошо разбираюсь в поп-музыке, вот в таком вот классическом понимании поп-музыки. Но все, что касается хорошей классики, хорошего джаза, хорошей электроники, самой разной электроники, ну, наверное, да. За эти годы я могу сказать, что я неплохо изучил эту тему. В общем, ты себя не ограничиваешь, да, вот именно тем стилем музыки, который ты обычно играешь? Ну, это и невозможно. Музыка вокруг нас, она так или иначе, если ты интересуешься вообще глобально этим, то она так или иначе, талантливая музыка, вне зависимости от стиля, даст тебе какие-то новые эмоции, и так или иначе ты будешь этим интересоваться. Просто есть какие-то направления, которые, ну, мне вообще не интересны. Я не говорю, что это должно существовать. Я не говорю, что люди, которые предпочитают эти стили, они какие-то другие, из другого теста. Ну, просто вот я слушаю то, что близко мне. То есть не нравится — не слушаю, нравится — слушаю. Ну, если упрощать, то да. Окей. Тогда немного вопроса о электронной сцене в России. Что ты можешь о ней сказать? На каком сейчас она уровне? Сколько в ней андеграунда, сколько в ней попсы, либо коммерции? Мне это тоже всегда интересовало. Более того, чтобы адекватно понимать, для какой аудитории ты работаешь, насколько она велика, вообще качество этой аудитории, как эта аудитория отличается, там, допустим, в столицах и вот от Нижневартовска, Сургута или Екатеринбурга. Я очень часто своим гостям тоже задаю этот вопрос. И я пришел к выводу, вот то, что я для себя открыл за последние, там, может быть, полтора года, то, что у нас появляется много отечественной, хорошей, качественной электроники, которую с удовольствием издают не только наши лейблы, но и западные лейблы. У нас все довольно-таки неплохо с вот этой коммуникацией, которая происходит напрямую между продюсером, артистом и вот мировой электронной сценой. Андеграундной сценой, не андеграундной, все равно не имеет значения. Молодежь, которая сейчас в основном задействована на этой сцене, она более открыта. Они готовы к коммуникациям, готовы смело просто писать каким-то суперзвездам. Я хочу сделать ремикс, дайте мне вашу вокальную партию и так далее, и так далее. У них по этому поводу нет никаких комплексов, которые существовали у нас в 90-е, когда все было гораздо сложнее. Ну, как бы если вспоминать, что просто не было мобильных телефонов и интернета, да, это невозможно себе представить. То, что свою демо-запись ты мог отправить на какой-нибудь дат-кассете и потом долгие месяцы ждать ответ от лейбла, возьмут они тебя или нет. Ты рассчитывал на то, что тебя издадут на пластинке, потому что других форматов для электронной сцены практически не существовало. Сейчас, конечно, да, интернет и новые возможности контактировать, они все упростили. Но абсолютно провальным остается то, что называется вот клубной сценой. Клубов очень мало. Для такого большого города, для такого большого мегаполиса, как Москва, там, не знаю, там 5-6 мест, которые можно, ну, смело назвать настоящими европейскими клубами с хорошим форматом, это очень мало. А в каких-то городах их просто не осталось. То есть есть бары как с песнями из плейлиста, там, не знаю, попсовой какой-то радиостанции, и какие-то ивенты, которые проводят действительно энтузиасты, которые снимают какое-то небольшое помещение, собирают своих друзей и пытаются познакомить эту аудиторию, вовлечь в эту аудиторию каких-то новых людей с новой культурой. И в этом плане мы, конечно, откатились далеко за ту точку, с которой мы начинали в 90-е. И традиционный вопрос в каждом городе, наверное, куда ты приезжаешь. Как ты можешь сравнить сцену нашего города, так как ты уже не первый раз здесь, со сценами, ну, других городов, где ты был? Где ты был приглашен, либо просто посещал какие-то вечеринки? Ты знаешь, тут есть главное. Есть люди, которые любят эту сцену и которые делают свои ивенты,
просто из чувства любви к этой музыке. Больше ничего ими не... Ничто их больше не мотивирует абсолютно. И, в принципе, обычно из таких историй вырастает что-то очень правильное, что-то очень долгоиграющее и что-то, что остается в памяти людей и в сердцах людей. Здесь есть такие люди, и они делают такие ивенты. И это самое главное. И я сейчас все города, куда так или иначе ты прилетаешь, делишь только по этому принципу. Есть профессиональные люди, которые горят этой сценой, или их не существует. Здесь они есть, и вам повезло. То есть пока есть те люди, которые любят ту музыку, которую пропагандируют, то все будет хорошо. Я думаю, так. Твоя деятельность, она ограничивается только диджеингом и Garage Sound System? У нас есть две компании, которые помогают музыкантам заработать на своей музыке. Ну, естественно, мы это делаем не бескорыстно, и это вот такой наш основной бизнес, которым мы занимаемся в будние дни. Но эта помощь, я считаю, что это тоже некий вклад в ту сцену, которой мы занимаемся всю свою жизнь. Мы помогаем издаваться молодым лейблам, попадать на самые большие площадки и объясняем им, как вообще работает этот бизнес и как на нем можно заработать хотя бы небольшие деньги, которые помогут вам жить, существовать, кормить свою семью и дальше творить. А вообще скажи, у России именно, ты же много городов посещаешь, у России есть шанс, чтобы люди с других стран говорили: о, поехали в Россию, там крутые ивенты? Ну, какая-то своя особенность в России есть уже, либо появляется ли она в плане электронной сцены, электронной музыки? Я понял, что если есть продюсеры, которые пишут новую музыку, то это уже развитие. А как по поводу вечеринок, как в сравнении? Есть ли у нас шанс показать, что мы тоже можем, что мы тоже умеем и у нас есть? Ну, иногда у меня складывается впечатление, что вообще эта культура под каким-то прессингом находится. Поскольку у нас без поддержки государства ничего не происходит, а ждать эту поддержку, в принципе, глупо, то я думаю, что эти времена наступят не скоро. Но, тем не менее, пока мы свободно перемещаемся по всему миру, пока есть возможность улететь куда-то в Европу и посетить какой-то там большой ивент и увидеть там продюсеров и музыкантов из России, не все потеряно для этой сцены. Один большой фестиваль здесь проходит сейчас в России с электронной музыкой. Вот он скоро состоится, по-моему. Это дико мало, да. Alpha Future People. Да, это дико мало, во-первых. Во-вторых, это ивент, который, я бы так сказал, стратегически построен на то, чтобы, сделать хороший пиар вот главному спонсору этого фестиваля. Ну да, это очевидно. Да, и это не очень органично для этой сцены. Это всегда как лав-парад в Берлине. Появлялось из какого-то маленького ивента, когда там 10 энтузиастов реализовывали свою какую-то очень простую и понятную идею, потом это вырастало в какое-то глобальное движение. Вот такие вещи вряд ли будут происходить в ближайшее время здесь, но, тем не менее, я надеюсь, мы доживем до лучших времен, и все будет окей. Да, супер, я с тобой согласен, тоже очень жду этих времен, но мы стараемся как можем. О музыке. Какая она должна быть, платная или бесплатная? Мы как раз занимаемся монетизацией музыки, поэтому мне кажется, что любое творчество так или иначе должно оплачиваться. Но, опять же, это выбор артиста. Сейчас куча возможностей раздать свою музыку бесплатно. Пожалуйста, и делайте это. Но все, кто сосредоточен только на творчестве, они тоже должны каким-то образом кормить свои семьи, кушать и, в общем-то, и дальше делать для нас то, что дарит нам такие эмоции. Поэтому это должна быть справедливая цена. Это должно для потребителя быть понятным, и он должен это быстро и, по возможности, легко за небольшие суммы получать. Но музыка должна стоить каких-то денег, потому что бесплатная музыка превращается в самодеятельность, как мне кажется. И профессиональные люди, которые уважают свой труд, очень часто уходят совершенно в другой бизнес. Таким образом, мы что-то теряем, все вместе теряем. Согласен. Ну, и тогда пожелай что-нибудь нашим телезрителям. Смотрите Диджейню на канале N1. Я желаю вам отличных эмоций. Главное пожелание: будьте открыты для новой культуры, для электронной музыки, для того, что вам предлагают здесь ваши друзья и
жизнь очень коротка, чтобы ограничивать себя каким-то одним стилем.
Just keep walking.
take it like a pro, you'll know. Do a long throw with the backstroke. My hormones jumping like a disco. Suck it to me like you want to, ooh. I can take it like a pro, you'll know. Do a long throw with the backstroke. My hormones jumping like a
Thank you.
disguise? Is this disguise gonna play out? How many times we had laid out? You can't decide how to divide what you laid out. In all the lines you drew, you didn't find what you said how to, 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 said how to.